Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики сайта netcom.ru. В этом видеоуроке я покажу вам, как Windows 8 или 10 можно вернуть классический пуск. Несмотря на то, что в десятку уже вернули пуск, он все же там не такой, как раньше, и многим он не нравится. Давайте я покажу, как вернуть тот пуск в Windows 10 или 8, который был в старой доброй семерке. Мы будем использовать программу Classic Shell, хотя сразу стоит сказать, что есть и много других программ. Официальный сайт с последней версией вы видите на своих экранах, также ссылочку я приложу в описании под этим видео. Скачайте русскую версию и установите ее. Результат мы видим сразу по окончанию установки. Откройте пуск и вы увидите новый интерфейс. Сам установленный пуск Windows 8 и 10 по дизайну немного отличается от семерки, а вот по функциям здесь все аналогично. Тут есть раздел «Компьютер», «Панель управления», папка «Все программы», «Наиболее используемые приложения» и тому подобное. Если нажать по пуску правой кнопкой мыши, то можно открыть настройки. Здесь можно выполнить огромное количество настроек. На вкладке «Стиль меню пуска», где мы сейчас находимся, можно выбрать стиль из предложенных трех вариантов. Ну или пойти другим путем, выбрав свою обложку. Также можно поменять кнопку «Пуск» по своему усмотрению. На самом деле в программе Classic Shell очень много других вкладок, но я не вижу смысла их перечислять, так как тут все на русском и при желании можно по ним походить и разобраться со всеми настройками. Как видите, чтобы вернуть пуск Windows 8 или 10, особых телодвижений совершать не нужно. Желаю удачи!